Сегодня у нас 10 июля. Это наша тепличка с перчиками и огурчиками. У нас крупноплодные перцы начали краснеть немножко. А те, что поменьше, но с толстой стенкой, по-моему, это игрок. Уже красный, мы их уже снимаем. Смотрите, как крупноплодный тоже начал бурым становиться. Ну, а эти красавцы у нас массово покраснели. Вот, видимо, у нас тут попытка нового огурца вырасти. Он тут уже к перцам потянулся, надо будет подвязать сегодня. Вот, а это у нас заросли наших огурцов, которые мы не собирали 3 дня. Мы видим, что творится. Вот такие наши переростки растут. Все в огурцах. Ну, довольно крупных. Красавцы висят. Вот, а со второй стороны у нас перцы больше желтоплодные. Тут уже 2 хороших кустика. На одном, по-моему, 14 или 15, и на другом 11 довольно крупных плодов. Это не считал сколько. Эти крупные зеленые пока еще не хотят краснеть. Здесь им потемнее, видать. Ну, а игрок уже тоже покраснел. Ну, вот такие монстры у нас здесь висят. Это моя рука. Вот, и там у нас в конце теплицы такие же. Вот, уже на побегах 2-го порядка. У нас куча огурцов. Сегодня будем резать перед отпуском, чтобы освободить место. Возможно, добавлю еще сюда мульча. Хотя слой сантиметров 10 вот под перцами, по крайней мере, есть. Вот первый перчик, который начал в техническую спелость переходить. Это наша теплица с помидорными монстрами. Рассада у нас огурчиков. Тоже сегодня будем сажать на урожай осенний. Посмотрим, что из этого получится. Обычно пока ничего не получалось. Это у нас баклажаны всех размеров. Висят, тоже за 3 дня наспело. Вот. Такие монстры есть. Вот. Ну и наши томатики. Что радует, начинает тоже краснеть. По одному, по два на кистях уже есть красненьких. Сегодня будем тоже резать лишние листья. Красавцы какие. Череп как-то у нас долго в этом году спеют. Красивый кустик. Вот. А это у нас посаженный белоплодный баклажан. Тоже вот завязал 2 уже первых плодика. Был позже остальных посажен. Есть у нас еще вот такой баклажан с носиком. Со 2-го края тоже все в баклажанах. Резкость приходится только вручную наводить. Камеру забыл, приходится фотоаппаратом снимать. Вот, ну, это вид на наши помидорки с их низа. Вот это наши тыквочки. По-моему, я сюда мускатную посадил. Как и в прошлом году, пустил на дровник. Плодоносить будут, спуская плоды с обратной стороны дровника и подвешивая их. Вот это наш огород. Здесь у нас подзимняя морковка. Я тоже не знаю, какой 2-й или 3-й урожай салатов, рукколы, кинзы. 4-й или 5-й урожай укропа.
опять под зимняя морковка. Лук, который был посажен на зелень, но в результате перерос, и он уже какие головки там налились. Решил оставить на репку, хотя на репку не выращивал. Под зимняя свекла одна, вот стрелка пошла. Это одна из предыдущих партий салата оставшаяся, надо доедать. У нас корневой сельдерей, опять салат, остатки шпината, морковка уже весеннего посадок, ну и там капуста, петрушка, тоже прочая зелень. Вот, а здесь с края у нас для красоты стоят декоративные перчики, очень такие красивые. Всех мастей и расцветок. Это наши короба с кабачками и огурцами. Кабачки и огурцы вовсю уже плодоносят. Это картошка из компоста выросла с края.